этом году Адлерский район ко встрече Нового года подготовился основательно. В районном Доме культуры чуть ли не ежедневно проходят встречи с местными жителями. Одних чествуют, для других проводят хороводы и зажигают елки. И, конечно же, без подарков никто не уходит. В этом году Адлерский район как никогда подготовился к встрече Нового года. Подготовлен целый цикл мероприятий по поздравлению людей старшего поколения, наших ветеранов. Среднее поколение, труженики, не так давно были в районном Доме культуры, и мы их здесь чествовали. И большое количество новогодних елок, как на улице, так и в помещении районного Дома культуры и клубах, проходят у нас в районе. К поздравлениям присоединилась и Сочинская городская общественная организация «Лига женщин Мосдобра». Основную часть детских подарков подготовили именно местные благотворители, в числе которых социально активные женщины города Сочи. Поздравления проходили на дому детей, нуждающихся в заботе. И вот сегодня у нас проходит большая новогодняя елка в районном Доме культуры. И буквально в преддверии Нового года мы будем поздравлять наших деток в городской больнице.